Привет, с вами Авто МПС и два очень интересных азиатских конкурента. Я выкатываю бестселлер рынка Hyundai Creta. Базовая цена очень соблазнительная. 3 месяца очередей. Что ты можешь предложить? Китайская новинка. Я могу предложить еще более дешевый автомобиль, при этом с более мощным мотором. 1,080 000 за Hyundai Creta 1.6 с автоматом, ну, максимально возможной для этой версии комплектации. Не буду спорить. Максимально оснащенный же Cherry Tiggo 5. Ровно за 1 000 000 рублей. При этом он заметно крупнее, у него более мощный двигатель, у него намного богаче оснащение. Только-только поступило в продажу. Ну вот уже смотри, вот смотри сюда. Вот фары у тебя, фары уже запотели. Зато они одинаково запотели, симметрично, а это уже признак качества. Фары запотели. Смотри, какая щель. Вот если ты хорошо видишь, то ты... Собирали в Черкесске. Да, какая щель. И какая щель здесь, да? Есть разница? Я вижу, что нет. Сегодня мы будем разыгрывать переходящую золотую вот эту статуэтку. Отдай ее мне для начала. Ну хорошо, ведь миллионы покупателей не могут ошибаться, да. Которые уже выстроились в очередь, да. За Кретой. Вот я сейчас ее кладу в карман, и вы посмотрите, кому она уйдет в конце нашего теста. Олимпиада. Азиатская Олимпиада. Азиатских игр. Прекрасный Cherry Tiggo. 180 сантиметров. Почти в полный рост и, главное, почти ровный пол. То есть здесь можно перевозить холодильники, да все что угодно. Хотя заявленный объем... А вот здесь смотри. Если да. Что, а если с бордюра, так ты так вот сюда и приедешь. Да, низковато. Ну то есть вот прям вот подходишь, и так нужно пригибаться и думать об этом. В пятиместном варианте заявленный объем багажника 370 литров, то есть на самом деле на 32 литра меньше, чем у Креты, обещано. А сколько на самом деле сюда войдет, мы сейчас выясним. У меня сюда только войдет уже больше, чем во всю Крету. А теперь поехали большими. Ты вот здесь на 7 сантиметров можешь поднять эту штурку. Вот я удивляюсь, почему китайцы так низко расположили полку. Ну хотя бы вровень с сиденьями, и вот эта высота, вот эти там 5-7 сантиметров, они бы очень пригодились. Я думаю, они не знали, что мы будем мерить этот багажник. Но они честно... А мы меряем вот так вот, ребята, по этой полочке. Да, но при этом, несмотря на то, что по цифрам он не очень велик, вы должны понимать, что сюда можно еще сверху что-то наложить. То есть, ну, когда внизу чемоданы, полка хлипенькая, мягкая, это шторка. Но сверху еще, очевидно, можно что-то наложить, поднять подголовники, и оно в салон не пролетит. Но и сейчас сложилось, я считаю, неплохо, сейчас достанем. Горю нетерпением померить мою Крету. Мы поместили. Действительно, в это сложно поверить, потому что Крета намного компактнее, чем китаец. Вот здесь сейчас лежат те самые 300 литров, которые поместились в багажник Тига. Но еще есть, смотри, сколько свободного. Да, еще вроде как бы какие-то ниши. Яблочек остались. Тут подсыпать. А в этот угол картошечки. Семечек и сюда. Семечек. Полка выполнена вровень с задним сиденьем. Именно это при скромных габаритах позволило запихнуть сюда 300 литров. Это на 100 литров меньше, чем обещано, потому что обещанный объем багажника 402 литра. Но 300 сюда помещается честно, и учитывая, что Крета получше отделана, у нее выше поднимается крышка багажника, и это важно, даже для людей там, не слишком высоких. Я готов согласиться с тем, что с точки зрения багажника Крета предпочтительнее. За багажник я готов Крете 1 очко подарить.
2-1. То есть, если играть в футбол, только на Крете. С ручничком, все делает правильно. Такая послушная умница. Просто умница автомобиль. Здесь каждый рывок за ручник кажется, что сейчас что-то отвалится. Но здесь сзади независимая подвеска, а у Креты балка. Наверное, с точки зрения надежности балка предпочтительнее. И вариатор очень медленный. Он, бедняга, подвывает и... Я смотрю, ты... Вроде я бы должен ехать, как считает до трех, а ты стоишь. Он считает до трех, потом едет. Да, ну. Это проигрыш автомобиля. Не мой личный. Как всегда. Поехали дальше. Крета. Вперед. Да, я вот смотрю, ты как ты. Хлопаешь зеркала. Да, зеркала. Как ты вот тут вот открываешь люк. Как ты вот так такой экран тут манипулируешь, колдуешь? Камера заднего вида. Вон, камера заднего вида с динамической расцветкой. Как на Новый год. Куда едешь? Все красиво, правда, не переведено. Но, в общем-то, вот все, что можно придумать, здесь есть. Удобная полочка для телефона, розетка на 12, USB-шка. Нет CD-привода, но его сейчас уже много у кого нет. Раздельный климат-контроль, которого, кстати, нету в Крете. Для правого и для левого. Даже не такой вот громкий пластик, да? Да, вот здесь удобная полочка. Мне нравится. Круиз-контроль, которого нет в Крете. Управление на руле. Хороший, красивый прибор с колодцами. Сиденье с красной строчкой с имитацией кожи. В Крете тряпка. Даже в максимальной комплектации с мотором 1.6 за 1.080 000. Тряпка. Здесь, ну, хоть какое-то подобие, но кожа. Не могу найти. Очень хорошо сделано. То есть это уже не тот китаец, с которым он смотрел. Смотри, какое большое зеркало. Ну, разве что здесь нет зеркала, и но нет шторки, и нет подсветки. Если только для девушек, то надо бы зеркало, да? Им это может не понравиться. Но я не девушка, поэтому мне не надо. Подсветка слона диодная, красивый, мягкий свет. Я предвкушаю победу. Сиденье, может быть, не недостаточно, как хотел бы, не держит, но... Мягковато, да. Мягковато. Понятно, посмотрим в Крету. Давай. Вот смотри, как здесь все приятно. Хотел китайцы. А в чире электрорегулировка. Сиденье китайцы не очень удобное, в том смысле, что как-то хочется нижнюю часть чуть-чуть приподнять. Не идеально. Поддержка у сиденья здесь лучше, подголовник лучше. Но там электричество. Ну да. Хотя сидеть, наверное, в этом кресле удобнее. Кресло удобнее. Руль регулируется по вылету. То сказать, вот здесь он какой-то чрезмерно легкий, да? Мне мешает то, что он слишком легкий. Ну да, да. Зато он регулируется по вылету. Это удобно. Из плюсов можно назвать подогрев руля, подогрев лобового стекла. Подогрев руля, по вылету регулировка, удобные сиденья. Смотри, какой тут рычажок этот компактный. Не то, что там палка какая-то, которая ты там елозишь. Обычные желтые лампочки. Голубые, конечно. Ну, ладно. А вот смотри, зеркало для девушек, пожалуйста. Большое зеркало есть. Ну, также без подсветки. Не, ну я думаю, что здесь поровну будет. Согласись. Ну вот все-таки там регулировка руля, подогрев руля. Это приятная опция и очень важная. Хорошо. Давай поровну. Хорошо, я соглашусь. По рукам. Как ты вообще согласился? Я сам бы не ожидал. Эргономика. Все-таки у китайцев куча электроники, это здорово, это легко продавать. Да, вот эргономика водителя. Да, вот сидеть ты, раз сел, и здесь все удобно сразу. Добро пожаловать на второй ряд сидений. На царские диваны. Да. Я тебе скажу, если ты будешь ехать по какой-нибудь гребенке такой, то тебя, конечно, вытрясет за 100%. То, что я почувствовал. А если ехать по-хорошей, да? Зато можно вот за ручку. Сколько места над головой? Ну, обертка пока, просто обертка шикарная, шикарная. Удобная. Ну, тут просто все есть. Я за это не люблю китайцев. И вот до сих пор не могу ее простить. Ты просто в восторге. Покупаешь, платишь деньги, а оно потом хлоп и не работает. Ну, обещают
каждый раз, когда ты обещаешь, что теперь мы сделали нормальный автомобиль. Ну, во всяком случае, сидеть вот здесь, даже в стоячем автомобиле, приятно. Очень много места под передним сиденьем. Очень, согласен. Маленький тоннель. Нет воздуховодов, разве что сзади, наверное, может быть прохладно. Ну, в дальней дороге нагреется. Нет подогрева заднего дивана. Есть подлокотник. А лыжи? Сиденье складывается по частям. Сиденье складывается по частям. Не, ну лючок-то можно было бы сделать. Раз уж они на максимум, то тупцы. Не, ну цели. Это все-таки китайский автомобиль. Не, ну без лючка я не вообще, брат, я даже разговаривать не буду. Я без лючка. Мы сейчас сядем на заднее сиденье Креты, и вы будете проситься обратно через него. Ну как то? Ну тут ты сразу статуэтку можешь уже себе забрать. По всему. Место для ног в два раза меньше. Центрального подголовника нет. Да. Подлокотника нет. Место над головой, ну, меньше. Примерно но столько же. Пространство явно меньше. Одна здесь лампочка какая-то несчастная, желтая. Чего-то упадет. Хорошо, что ноги помещаются посередине. Тоннель маленький. Воздуховодов также нет. Есть подогрев задних сидений. Это, наверное, должен где-то заменить воздуховоды. Но вот просто запас. Такой же плоский невыразительный диван, и все равно ну, точно все, так все, же. Все, забери статуэтку, больше мы не обсуждаем. Тут, конечно, китаец. Он, наверное, предназначен, чтобы где-то сесть на берегу на заднее сиденье и курить бамбук. 3, 2, 1, пошли. Жаль, что нет спортивного режима работы для коробки. Вот здесь бы, например, он помог бы, потому что газ отпускаешь и мощность сразу пропадает. Ну, то есть коробка сразу переходит на высшую передачу. Можно воспользоваться ручным режимом, но он не слишком честный, это не всегда удобно. Спортивный алгоритм очень бы пригодился. Стоп! 32.83. 3, 2, 1. Поехали! Забывание вариатора, конечно. Заявленный дорожный просвет у обоих автомобилей 190 мм. Это достаточно высоко, но мы проверим. Наша покрышечка 200 мм, вы знаете. Поехал! Легко, с запасом. Это видно сразу было, сразу видно. Но я боюсь, Крета так не покажет результат. А вот те же обещанные 19 сантиметров. Обещанные 19 сантиметров. Почувствуйте разницу. Где ты там у меня этот дорожный просвет? Где да? там 19 сантиметров обещанных? Слушай, тут с краю ну, тут резиновая совсем, юбочка. Тут совсем низко с защитой, совсем низко. Я не знаю, это как хэтчбэк, где корейцы намерили. Но беда в том, что ведь у замера дорожного просвета нет никаких стандартов. Компания может показать любую цифру. И до тех пор, пока мы сами своей собственной покрышкой дорожный просвет не измерим, никто корейцев на чистую воду не выйдет. Переходящая красавица будет жить у тебя. В это никто не верил, но пока китаец впереди. Поехали дальше. Пока китаец значительно впереди.
Вот сейчас, если пройдешь, я поверю в твои вседорожные способности. У меня больше дорожный просвет. Крета-то пройдет. Сейчас узнаем. Давай, заводи мотор. Раз, два, три. Поехали. Стою здесь, полчаса жду, уже замерз, пока ты там въезжал наверх. Я хотел попробовать систему стабилизации. Я заехал даже дальше. Давай, поровну. Поровну, наверное, на твердом покрытии у Крета был бы шанс выиграть за счет более качественного автомата. Ну, просто автомат превосходит вариатор. Автомат очень хорошо работает, все крутится, вертится. Да. Пока ты там это кабетка дымил, ковырялся. Вариатор, наверное, на крутом подъеме мог бы сдаться и на серьезном тяжелом бездорожье Тига может проиграть. Не сможет сопротивляться. Мы сравниваем передние приводные городские кроссоверы. Какое серьезное бездорожье? Нет, поровну. Работа. Крета, прости, ты хорошо себя вел. Молодец. На бездорожье она пройдет. Ну, дорожный просвет маловат. Ребят, надо над этим подумать. Ну что, по баллам Крета впервые проиграла. Чем? Кому проиграла? Китайцу! Я поражен. Вот доверие. Стремится к нулю. Ноль. Просто ноль. Правильно? А здесь 100%. 100. Вот сегодняшняя победа. Тига 5. Это аванс. Аванс АвтоМПС китайскому автопрому. Пусть продержится хотя бы годика 3, а лучше 5, а еще лучше 20, как это делают корейцы, и тогда люди в них поверят. Сейчас корейцы сильно подтянулись, и по качеству, по ездовым характеристикам Крета прекрасно, но и по цене тоже. То есть сейчас за миллион с небольшим, либо маленький корейский кроссовер с чахлым моторчиком в простенькой комплектации, либо за тот же миллион рублей более мощный, более просторный и более богато оснащенный китайский автомобиль. Выбирать вам. С вами был блог АвтоМПС. Подписывайтесь на наш канал. Хорошего дня!